Всем привет! Это игра «Территория фермеров». Я хотела в этом видео рассказать вам про лодочную станцию. Это здание, которое строится. Сначала мне подарили подарки, я смогла построить. После этого мне нужно было нанять троих работников. Лодочник, спасатель и сторож. И теперь я сама не знаю, что тут будет. Я так же, как и вы, вижу это первый раз. Открыть. Ладно, на стену. Делаем большой экран. И смотрим. Показать карту. Ага, я так поняла, что я теперь могу отправляться в зоопарк. Лодочной станции. И благодаря лодке у меня добавился еще один остров. Теперь у меня два острова. Ага, можно строить за деньги. Можно за игровую валюту. Видите, тут очень много всякой постройки. И все надо строить. Хорошо, а помимо этого я еще могу садить, правда? Сейчас проверим. Да. Я, допустим, на этом острове могу садить то, что долго растет. Чтобы на том не сильно занимать территорию. Хорошо. То, что я могу садить, мы убедились. Теперь давайте просмотрим, могу ли я здесь покупать и ставить здания. Фабрики, например. Хорошо. Ну что, давайте проверим эксперимент полностью. Допустим, я поставлю здесь... Так, подождите. Доступные только за монеты. Давайте... Так, допустим, я поставлю здесь завод с соком. А интересно, я могу перевозить с острова на остров заводы, чтобы убрать с того острова сюда? Было бы довольно-таки удобно, наверное. Ну, давайте просто проэкспериментируем. Завод сок. Это чтобы просто понять. Вот я создаю завод, правильно? Есть, на стену, хорошо. А теперь смотрите. Да. Это говорит о том, что склад у нас общий. На островах, на главном острове и на этом острове один и тот же склад. Ведь я могу здесь ставить то, что хочу. Хотя здесь я ничего не привозила. Все находится на главном острове. И, кстати, довольно-таки удобненько. Я себе здесь поставила заводы, какие надо. Или посадила то, что долго растет, чтобы не занимать там. Ладно, раз уже поставила пару грядок, давайте хоть сюда что-нибудь посадим. Так, первая страница, что у нас есть? Ну, давайте картошку, что ли. Так что строим лодочную станцию. Это довольно-таки прикольно. Нам появляются дополнительные острова, и это очень хорошо. Хорошо, это все нормально. А как домой? Домой через карту, правильно? Да. Все, мы вернулись домой. Теперь можно... А что это? А, это тыква. Ну, я вообще не знаю, нет ни смысла никакого ее поливать. Я ее купила, но я не знала, что она мне не нужна. Так, сейчас посмотрю, что здесь. А здесь для меня, как всегда, ничего не подходит, кроме как желуди, которые мне тоже не подходят, потому что для того, чтобы... Это надо иметь дерево, а у меня его нету, правильно? Где оно появляется? Ой. Ха. Мне надо для этого, чтобы озеро очистить, материал. Ладно, давайте с этим потом. Дом лесника. Построить за 18 тысяч. У меня как раз есть. Купить. Покупаем. Теперь у меня есть дом лесника. А теперь его надо построить. Это уже веселее, это будет потом... Тут у нас тоже есть территория, на которую можно все ставить.
Вы знаете, очень было бы умно рассуждать так. Естественно, что она потом еще и расширяется. На одну территорию можно ставить там в одном месте заводы, в другом месте, допустим, деревья, кусты и тому подобное. На разных островах разное ставить. А что вот это? Лебединый домик. Тоже, даже если я сейчас куплю, это строящийся объект. А мне надо такое, что не строится. Строящийся объект. Тут, в общем, все у нас. Пока весь мне довести одну до ума. Потому что купить-то я могу, а толку от этого никакого не будет, потому что это все нужно строить, очистить. Ну, в общем, как-то так. Кормушки, строящийся объект. Ну, надо хоть что-то здесь поставить. Интересно, что? Я потом придумаю. Пока мисс, давайте домой. Интересно, я могу отправляться? Ой, подождите. Показать. Есть задание? А. Задание дня я выполнила. Подождите, а что это? Соберите чечевицу. Козий пух. У меня такого нету, да? 11 тысяч. Тут я застряла на дубе, это я помню. О, космический контейнер, мне 3 ключа только всего. А подарки и ключи не приходили. И попросить я, походу, тоже не могу. А, нет, могу. Ну, в принципе, я вчера просила, но так ничего, как говорится, мне особо не подарили. Созрела. Рядочком. Я для себя сделала вывод, что я теплицы покупать вообще не буду. Буду покупать только грядки. И, в принципе, пока их улучшать не буду. Вы знаете, столкнулась с такой интересной вещью, как вот, допустим, эти грядки, да, это стоит грядочка маленькая 15, по-моему, а это стоит 50 тысяч. Если улучшаешь до второго уровня, это 100 тысяч. Я думала, что это будет две, это одна и та же превращается, но много сразу не купишь, потому что все ограничивается вот улучшение. Видите, вот в якоряках. Если якоряков мало, вот у меня сейчас 5, а на это надо 15, то купить ничего нельзя. А вот на такую, смотрите, уже 20 идет. И на деревья идет 20, а потом уже 30. В общем, для этого нужно выполнять задания в торговом порту. Мне фактически все эти задания, ну, мало что можно выполнить, потому что вот укроп, да, это я сделаю. Кстати, это бонусное задание. Ой. Я объясню, почему. Тут написано на этом задании двойной подъем по награде. И это прикольно. Так, я укропчика посадила даже больше, чтобы было. Сейчас продам, ничего не останется, называется. Вот уже, смотрите, 10, 11, 12, 13. Есть. И мы нажимаем выполнить. Выполнить заказ. Я уже, получается, выполнила на этой неделе 32 из 25. И теперь у меня появилось 17. И я, между прочим, могу купить грядочку. Но маленький нюанс. У меня не хватает денежек. Ну, это все поправимо. Деньги тоже мы заработаем. Розы. А, нет, пион. Посадить. Ого. Ну ничего, мы не спешим. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24. 6, 27, 28, 29. Пусть будет с запасом. Вдруг опять захотят, а у меня опять нету. Растения мало какие запомнила. Ну, базилик запомнила сразу. Он такой красивенький, запоминающийся, скажем так. Кстати, надо посадить то, что по заданиям, по этим, правильно? Какой-то. А где я его видела, то задание? Задание дня было написано. Задание месяца где? Космическая рыбалка была сегодня у меня? Была. Удочку уже не закинешь. Это тыква. Это мы ждем ключи. В общем, я потеряла. Что можно деньги собрать?
скажем так, целое состояние. Ты где? Деньги давай. А не на перенести наклад. Я вот нажимаю на него, хочу собрать. А, это жираф. Я думала, жираф что-то дает другое, а не деньги. Ну, видите, как вариант. Так, Галиночка, помоги мне, пожалуйста. Спасибо, что пришла. Помощь — это всегда здорово. Мне даже негде поставить, если я даже захочу сейчас поставить грядку. Мне ее просто даже негде поставить, если честно. То мне баклажаны поспели. И то радует. Кстати, я не изучила конкретно эти рецепты еще. Что где к чему. И каждый раз нажимаю, чтобы мне показали, где это. Кофта из шерсти ламы, например. Ага, вязаных изделий. Тут такое количество заводов всяких в игре, что можно просто запутаться. Так, ой, это чернослив, ну это я поняла. Я, кстати, удалю задание, потому что мне оно никак. Нереально. Пионы будем растить. Хризантему тоже можем, конечно. Ой, мята, по-моему, сутки растет, это я запомнила. Или даже более. Чернослив. И та задачка. Гороховая крупа. Ага. Не-не-не, мы за баксы ничего не покупаем. Так, мы сейчас садим то, чего нету, и может потом когда-нибудь будет чем понадобиться. Давайте посадим хризантему. 7 часов всего лишь. Будем считать, что мы молодцы. Я даже не считаю, сколько здесь штук. Главное, чтобы было. И у меня кладка поспела. С вишней. Видите? Прикольно. Сразу так нажал, и сразу 10 деревьев. Не надо тут по одному кустику, как вот здесь. Раз. Раз. Кстати, я хотела построить, и у меня на ней тоже ничего нету, да? Мне надо везде столько инструмента, что можно просто запутаться. Кладка фундука. Вот интересно, если бы можно было бы переносить с острова на остров заводы, было бы здорово. Я бы сюда все заводы убрала бы на второй остров. Было бы классно. Ну, в общем, я сейчас пойду по соседям помогать. А видео в этот раз будет коротенькое. Я хочу сказать всем большое спасибо, кто смотрит мои видео. Всем пока!